продвигается сейчас. Ситуация вот после... побоев с регбистом, ты имеешь в виду, правильно? Конечно, конечно. Mm-hmm. Вокруг чего еще мы можем, да, так вот общаться. Плотно и бурно общаться. Да, и после нашего подкаста с регбистом было более 9500 комментариев. То есть этот бой зрители хотят, я думаю, это трудно отрицать. И сейчас Даня ведет переговоры со спонсором. Mm-hmm.